дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls. Что-то у меня с голосом сегодня. Короче говоря, в последней серии мы были в Undead Asylum, и сейчас у нас в планах идти зачищать лес. Так что пойдем, посмотрим. Надо сказать, что Undead Asylum был довольно-таки серьезным испытанием, но как бы там ни было, мы его таки заломали. Блин, у меня с утра голос какой-то не такой. Обычно он у меня помягче как-то. Сегодня какой-то каркающий. Ну да ладно. Сегодня я с утра записываю. Выходное воскресенье пока. Так, я, по-моему, правильно дорогу иду? Вообще сейчас вот мы, у меня самый уровень, как раз начать разбираться, насколько мне сказали, с тем, что у нас находится в лесу эти огромные гиганты. Босс там, это бабочка. Мне сказали, что это все будет как раз по мне. Проспойлерили, конечно, как обычно все, что меня там именно бабочка ждет. Где-то, что там огромный волк бегает. Ну, как бы там ни было. Ой. Да, вспоминаем управление. Хорошо, хоть враги пока слабые. Так. Сколько я опять в нее не играл? Ой, давно. Ой, давно не играл в нее. Дня 4, наверное. Столько дел было. Сейчас надо будет опять вспоминать управление, вспоминать, что как работает. Так что поначалу я буду особо жестко тупить. Как вы знаете, я вообще люблю потупить. Особенно вас во всяких сложных играх. Так, давайте сядем у костра, чтобы если меня убьют, можно было отсюда начать. А то мало ли что. Упаду сейчас в какую-нибудь пропасть. И все. И, собственно... Мне, кстати, сказали, что его можно убить, и с него неплохой шмот выпадет. Но я этого делать не буду. Единственный персонаж, по-моему, в данной игре, который ко мне неплохо относится. Остальные серии либо напыщенные, либо просто кидаются на меня с ножиком. Дегенераты. Дегенераты. Так, что пишут? Я это сделал. Что ты сделал? Здорового этого демона убил, что ли, местного? Он не такой уж и сложный оказался, в него просто стрел побольше надо было всаживать. Так. Сейчас у нас, по-моему, кустик на нас побежит, да? Ладно. Так, с тебя трава не выпала? Нет. Так, тут нам, по идее, вот сейчас, кстати говоря, где у меня колечко-то? Надо колечко-то надеть. Так, вместо вот этого... Это у нас увеличивает защиту, когда малый... Ой, тихо. Откуда взялся? Кстати говоря, вот такой супер удар есть, можно отпрыгнуть. И потом сделать так. Вроде все умерли. Так, короче, вот это кольцо увеличивает защиту, когда мало жизни, но мы вместо него поставим вот этот вот Improves Balance. Он, короче говоря, бегать в воде можно спокойно, без замедления. Подожди, почему я не могу надеть ее? А, блин, я не... Чё-то я туплю сегодня, блин, чё туплю так? Так, короче говоря... все, теперь в воде можно бегать без вообще, без каких-либо штрафов подвижности. Это, по-моему, прекрасно. Так что можно будет сходить еще гидру убить. Потому что я больше всего как раз из-за того боялся к ней подходить, что... Слишком медленный был. Так, что-то травки с вас не упадает. Я, конечно, с вас травки уже наловил, по идее. А сколько у меня травы-то уже? Офигеть, по-моему, сколько. То есть 25 этих, 10 этих, 17 этих. Да, пока я тут бегал, дрался, качался на этих трех придурков, которые убил, которых безостановочно для поднятия уровня. В это время все время сюда возвращался, постоянно из деревьев выпадал какая-то шняга. Так, ну сюда в эту дверь мы попозже пойдем, я думаю. Потому что там нас ждет волк, а мне сейчас охота разобраться. Так, кстати говоря, я не могу поднять еще один уровень. 26-16. Давайте прокачаем Vitality, чтобы побольше было. Хорошо. Так, что дальше? Теперь мы пойдем вот сюда, к этим огромным рыцарям.
И, кстати говоря, сначала мы пойдем направо. Там вроде как поменьше беготни. Так, подождите, с вами сначала. Но. Ой, блин. Что-то я забыл, что они так могут делать. Ладно, не волнуйтесь. Они нам уже не ровня. Хрен что сделают. Так, короче говоря. Сейчас мы уходим на эту полянку, и по идее можно начинать драться с этими, но я хочу сначала сходить вон туда. Там вроде как у нас колечко какое-то лежит, насколько мне рассказывал один знакомый. Сначала надо вот этих вот жаб противных убить. Так, ладно. Что из тебя выпало? Отлично. Я, правда, не помню, для чего она. Для чего у нас гринбоссом? Немножко временно повышает выносливость, скорость восстановления выносливости. Понятно. Полезная штука. Так, вот мы тут. Тут у нас... Что у нас тут? А, тут меня в прошлый раз убили. Тут я в первый раз познакомился с этими огромными рыцарями. Так, а дальше я, по-моему, не ходил еще. А, нет, ходил, ходил, ходил. Да, вот тут лежит рыцарь. Тихо. Блин, как не вовремя. Даже не знаю, за кого сначала взяться. Что-то рыцарь стоит, так что пусть себе стоит. Так, идите сюда, ребятки. Тихо, тихо, тихо. Без нервов. Ох, как руку высушивает. Так, теперь можно за тебя взяться. Да ты посмотри, что делает. Так, короче, тебя надо быстро убивать, кидрень, пока ты меня не законопатил. Так, давай, открывайся. Блин, опасные ребята, просто офигеть какие. Кстати говоря, сказали, что с них может выпасть щит. Какой-то хороший. Или броня. Ну, что-то такое, короче говоря. Так, ну и все тут. Остался путь сюда, тут у нас еще один рыцарь. И посмотрим, что дальше. Дальше я не был. Этот рыцарь меня и убивал. Где-то он. Где-то тут был? Что-то его нет, что ли? А, вот ты. Тихо, тихо. Так, он лишил меня мобильности. Ну, хрен с ним. Это не паралич, оказывается, никакой. Это они просто, короче, делают, что я не могу быстро двигаться. Короче, такие дела. А то я... Тихо, подожди. А, подожди, я понял, где это мы. Да-да-да-да. Так. А там я был, нет? Нет, там я, по-моему, не был. Ну, короче говоря, это внизу, вот там мы только что... Так, что за волчье кольцо? Внизу там мы только что, короче говоря, были. Вон там у нас бонфайр находится. Там дверь с печатью. Я все не знал, как на эту сторону попасть, а оно вот как оказывается. Так, ну, по идее, я сейчас могу туда спрыгнуть, но что-то рисковать неохот, и все равно мне нужно возвращаться. Так, давайте посмотрим, что за кольцо мы взяли. Wolf's Ring... увеличивает, что за пояс. Так, что-то непонятно, что она делает, честно говоря. Тут просто описание того, что он, что это кольцо принадлежало одному из рыцарей Гвина. Ладно, кто-нибудь отпишитесь мне в комментах, что он дает. Пока что я, честно говоря, не особо понял. Увеличивает пояс. Что такое пояс? То есть пояс он это яд, а пояс
хрен знает, может, сопротивление я. Разберемся, короче говоря. Так, ну эта сторонка у нас зачищена. Вроде как все. Нет, тут у нас гидра водится. Нет, вроде не тут. Тихо. Нормально. Кстати говоря, мой драконий щит, говорю. А, так я же был тут, подожди. Вот на нем что-то лежало. Или нет? Не помню. Тихо, подожди, не падай. Короче говоря, моя Учигатана уже стала гораздо сильнее, чем Drake's Sword. Так что не говорите мне больше его надеть, потому что я ненавижу Drake's Sword. Он какой-то, блин, упоротый. Медленный, короткий радиус удара. Я уж лучше вон с Фальчионом буду ходить. Кстати говоря, в Demon's Souls, когда играл, я там... Я немного прошел, конечно, но я там бегал с Фальчионом. Очень быстрое, хорошее оружие. У него хороший второй удар. Вот такой. Но оно пока что сильно слабее, и я даже не хочу его прокачивать. Я лучше, если у меня появятся новые большие титанитовые осколки, я их в Учигатану лучше вкачаю. Пока что она гораздо сильнее всего, что у меня есть. Потому что я ее долго упорно качал. Вот. Так, что дальше-то? Мне, кстати говоря, мой новый щит, вот этот вот, нужно будет маленько прокачать тоже, чтобы у него с защитой получше было. А так, в целом, у меня сейчас броня прекрасно прокачана. Можно, конечно, еще сбегать в канализацию, вот в Сьюерс, где там слизни бегают. С них поубивать еще больших титанитовых осколков. С помощью них еще прокачать свою броню. Но, в принципе, пока что меня и так устраивает. Блин, как бы мне научиться от тебя уворачиваться получше? Там паришь натурально. Так, я тут, я думаю, всех-то убивать не буду, потому что я на них тоже уже порядочно качался. Я лучше пробегу. Так, а тут у нас что? А, отсюда я пришел, по-моему, да? Или нет? Здесь у нас просто ништячок лежал. Короче, да, вот тут я и нафармил, в принципе, этой травы, когда качался на этих рыцарях. Мне сейчас нужно подниматься. А, кстати говоря. Так, нужно ли мне вернуться к бонфайру? Просто мне сказали, что если ты в человечной форме придешь сюда, ну, не как нежить, то там наверху будет сидеть девушка какая-то, что ли. Так что надо будет сейчас, скорее всего, вернуться к бонфайру. Блин, ну тогда, конечно, все оживут опять. Я не знаю. Опасайся. Я думаю... Так, что за... Что за яйцо? Снимает паразитическое яйцо с тела. Офигеть, туда же такое будет, что ли? Паразитическое яйцо. Так, ну я не знаю, блин, ребята, мне нужно ходить назад, нет? Или не нужно? Говорят, что там какой-то NPC будет, если тут в человечной форме я буду. Так что, скорее всего, все-таки тогда второй удар. Хорошо. Сейчас посмотрим вообще, что там находится у нас. Чтобы потом, я просто не хочу просто так человечность просирать, профукивать. А, ну все, тут подъем. Так, ну что, давайте я тогда выключу запись, вернусь назад, стану человеком, и как сюда обратно вернусь, так продолжим. Так, вот я здесь, теперь я человече. Давайте смотреть, будет ли тут нас кто-нибудь ждать. Так, а что там такое? Призывный знак. Какая-то магичка. А вот, собственно, это она, наверное, и есть. Ведьма Беатрис. Да, это похоже NPC. Давайте призовем. Посмотрим, чем она нам поможет.
натуральная ведьма такая, да? Как этот в Гарри Поттере. Так, ну что, ты за мной идешь? Босс мне сказали, что несложный. Ну, как правило, когда мне говорят, босс несложный, я на нем раз 20 умираю, прежде чем пойму, что с ним делать. Ну, как бы там ни было, давайте смотреть. Где кто? Ух ты. Так ее ведьма. Так, а что мне делать? Я же не могу ее убить с такого состояния, нет? Ой, тихо. Блин, как-то я неудачно увернулся от этого. Похоже, тут блок особо не работает, да? Подожди, а что у меня? Нет, подожди, блок по-любому нужен. Короче, тихо-тихо, что это такое? Блин, у меня уже половины жизни нет. Что, все что ли? Что-то вообще никакущее. Человечность. Так, все, спасибо тебе, ведьма. Ведьма, конечно, хорошо помогла, то есть половину жизни я снесла, но я думаю, я без нее бы тут прекрасно справился. Потому что-то она когда подлетела сюда, я так понял, она когда подлетает, ее надо бить. Я и за одну серию ударов все жизни бы снял. То ли я для нее перекачан был, то ли что, но как бы там ни было, это было просто вообще элементарно. Так, ладно. Так. Что за уголек впереди? Может, я какую-то иллюзорную стену пропустил опять. Щит красивый, да? На нем герб такой замысловатый. Все-таки, блин, японцы умеют вот такие штуки делать. У них со стилем всегда в порядке было. Жаль, что они игры в последнее время делают довольно-таки хреновые. Ну, за исключением, конечно, Metal Gear, файтингов, RPG-шек, JRPG-шних. Ну и вот, допустим, вот типа вот эта вот японская игра, ну... Короче говоря, они не, далеко не так много хороших игр делают, как делали в конце 90-х, начале 2000-х. Вот что я хочу сказать. Так, ключ от подвала дозорной башни. Ладно. Так, это что за уголек? Косточка. Хорошо. Че, все что ли? В смысле, нет, я рад, конечно, путям. Но... Похоже, тупик, что ли? Тут у нас, похоже, какой-то кузнец обитался. Что за путь спереди написано? Пути спереди тут определенно нет. Так, что у нас там по времени? Времени еще полно. Я думаю, я знаю, откуда этот ключ. У нас, помните, когда мы дрались с Таурус демоном, как раз была перед ним дозорная башня. И там внизу была закрытая дверь. Вот это, скорее всего, ключ от нее. Так, сейчас, по идее, мы можем сбегать. Я даже не знаю, куда мне идти. Так, мне, похоже, возвращаться нужно. В этом отрезке леса мне больше делать нечего. По идее... Блин, куда идти? Давайте на гидру сходим, что ли. Теперь, когда у меня есть кольцо, позволяющее бегать по воде, я думаю, это будет очень легко. Потому что мне сказали, что главное это блок держать, а так она очень легкая, мне сказали. Сказали мне, понимаешь. Так, ну тут все в этом лесу, больше-то пойти некуда. Там у нас лежат спящие рыцари, которых я уже, честно говоря, запарился убивать. Я половину времени качался на тех трех приятелях, половину времени качался на этих рыцарях. Кстати говоря, так никакой тактики против них не придумал. Они просто сложные, сильно лупят. От них единственное нужно отпрыгивать, но потом они ударяют по твоей подвижности, и у тебя даже это не остается. Вон Джек Шепард пишет: доброе утро. Но мы им пока отвечать не будем.
Когда он увидит эту серию, он, наверное, поймет, почему мы ему не ответили. Потому что идет запись. Между сериями отвечу. Вот. Так, что мне делать дальше? Сейчас мы садимся к бонфайру. Блин, у меня 18 тысяч душ. Ну что бы мне их потратить? Даже не знаю. Так. Пойдемте гидру убивать. Потом пойдем посмотрим эту дозорную башню. Так, да, вот мы наверху взяли колечко. Добрый день. Или нет? Да, вот тут, по-моему, где-то колечко это было. Ох, тихо. А, это кто-то, похоже, бонфайр зажег опять поблизости. Ладно. Тихо. Еще трава. Видите, сколько с них тут травы упадает? Вот если кому нужна трава, там кому в Блайттаун, кто-нибудь, допустим, собирается, и ему нужны противоядия, вот здесь их просто очень легко добывать. Ой, не падай, не падай, не падай. Ах, упала. Так, короче говоря, да, вылазь. Оп, сюрприз. Все, нормально. Так, кто-то, я не помню, у нас враги будут, нет? Вон там нас ждет гидра. Кстати говоря, надо будет наведаться в Zen Fortress. То есть Sense Fortress. Возможно, сейчас, когда я стал посильнее, я могу что-то противопоставить тем змееголовым придуркам. Так, что пишете-то? Ящерица спереди. Я ее убил уже. Безопасная зона. Безопасная от кого? Может, отсюда и луком можно убить? Не знаю. Или может оттуда можно в рыцаря попасть, который там стоял, помните? Не знаю, короче, история об этом умалчивает. И сейчас мне, по идее, нужно зажечь бонфайр, который у нас был вот где-то в этих краях. Только надо вспомнить где. Так, что пишете? Опасайся скелета. Какого нахрен скелета? Тут нет скелетов. Так, короче говоря, сейчас мы спускаемся, но пойдем не сразу вон туда, к этим големам, да, к этой гидре. Сначала мы пойдем вот сюда, потому что тут у нас костер. И, собственно, мы костерчик зажжем, и если нас гидра убьет, потому что я могу недооценивать опять свои силы, как это обычно бывает у меня, чтобы оказаться, по крайней мере, поблизости. Так. Да, вот он. Он ведет как раз, кстати говоря, в долину драконов. Так. Но долина драконов нам пока не по уровню совсем. То есть мы туда придем попозже. Хотя, может быть, и по уровню, но мне кажется, что нет. Слишком уж там зубастые твари, слишком опасные. Так, все, костер зажжен. Если что, мы теперь будем тут. Кстати говоря, я в человечной форме. Вполне возможно, сейчас прибежит какой-нибудь фантом. Интересно, смогу я его запинать, нет? Так, как мне туда попасть? Я что-то эту зону вообще не помню. Блин, по времени уж, конечно, надо бы завершить серию было, когда сел у костра. Ну да ладно, раз уж не завершил, то уж сходим. Так, да, это мы именно в том месте, где у нас где-то вон там шевелится гигантская гидра. Но, как мне сказали, не такая уж и страшная. Сначала нужно бы, конечно, сагрить на себя вот вас всех. Я его сейчас, наверное, вообще с одного удара буду убивать. Я в прошлый-то раз, когда был гораздо слабее, легко их рубил. Трех. Так, ладно.
Смотри, что творит. Вообще дурак, что ли, совсем. Прыгает только, конечно, да. Как и Синбаева. Так, что-то я не попадаю, похоже, у тебя даже. Так. Че, щекотно, нет? На 7 попал. Вообще что-то ни о чем. Так, давай. Интересно, он также прыгнет каскадерски. Ну, давай. Замути что-нибудь эдакое. Ты будешь, нет? Будешь меня ломать? Что-то пацифист какой-то. Так, хорошо. Один остался, по-моему, да? Так, сейчас мне радости прилетит. Да. Ожидаемо было. Так, теперь ты. Давай, иди сюда. Че, запутался, что ли? В ногах? Ну, ладно. Вот и все. Очень честный бой был. Называется тупой против лучника. Так, ну что, пошли? Попробуем. Мне сказали, что к нему самое главное в упор не подбегать, потому что там пропасть. Не знаю, можно ли это считать за спойлеры, я буду считать это за полезный совет. Так, колечко надето, нет? Да, колечко надето. То есть теперь я в воде не буду тупить. Тихо. Опасно. Блин, твою мать. Я думал, ты уже будешь кусаться. А-а-а, упал. Блин, вот про это мне и говорили. Ладно, будем знать. Первый, блин, комок, как обычно. Хотя это второй уже, в первый раз. Я просто в панике убежал. Так, ну что, давайте тогда на этом завершим эту серию. В принципе, сегодня продуктивно так побегали. Зачистили лес, ну, то есть одну его часть полностью. Осталось идти туда, к этим трем, вернее, к там четыре архаровца. Досталось убить гидру, да, в принципе, с лесом уже будет покончено. Но это будет, я думаю, в следующей серии. Как бы там ни было, увидимся завтра. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.